Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Здравствуйте, друзья! Это снова я, Сергей Морозов. Решил пройтись, прогуляться по улице, пока осень, тепло еще. Поделиться с вами мыслями о том бизнесе, которым мы занимаемся. Друзья, согласитесь, сегодня бензин, дизель, газ нужен всем. А экономить деньги на этом еще никто не давал возможности. Так вот, наша компания сегодня дает такую возможность. Причем абсолютно каждому. И глядя на то, как в интернете люди говорят то, что это все обман, лохотрон, и это все не работает, просто становится смешно. Я даже не хочу с ними ни о чем спорить, не входить ни в какие дискуссии с ними. Я получил свой собственный результат. Лично у меня нету машины, когда я узнал об этом бизнесе. Но это не остановило меня. И я все равно начал его. Я решил опробовать продукт на машине своих родителей. У них Opel Omega B. Кстати, результаты я выложил на ресурсе ПрАвТВ. До применения расход составлял 12 литров на 100 километров. После применения 9 литров. У меня мать, которая в автомобилях вообще не разбирается, и та была в шоке. Говорит, машина прет, я на газ еле жму, она уже с места рвет. Расход уменьшился во много раз. И это заметно, и заметно, причем в финансовом плане. Может быть, кто-нибудь понимает, что у нас в России на данный момент 36 миллионов автомобилей, 8 миллионов единиц грузовой техники, 1 миллион автобусов и много-много другой разной техники. У всех есть знакомые, друзья, родственники, у кого есть автомобили. Да и просто люди, которым бы это было интересно. Не знаю, тут кто-то не понимает еще до сих пор. Ну, когда-нибудь потом поймет, но уже будет поздно. Сейчас, кто начинает заниматься бизнесом с нашей компанией, они просто обречены на успех. Ну, естественно, если не сидеть на диване и не ждать, когда тебе с неба посыпятся миллионы рублей. А такое будет, если сегодня начать работать, начать действовать, начать приглашать людей в этот бизнес. Да, кому-то это будет не надо. Не все будут заниматься этим бизнесом. В концовке должен же кто-то ходить на работу. Я принял свое решение. У меня очень много целей. Я решительно настроен. И все, кто пойдут за мной, тоже обречены на успех. Я вам так скажу. Ну вот, собственно, практически все, что я хотел сказать.
Все меня спрашивают, а сколько стоит вход в этот бизнес? Вопрос 1000 рублей. И вы в топливной теме. Топливо эквивалент золота. И он растет с каждым годом. У меня родители недавно приехали с Украины. Там очень дорогой бензин. Под 40 рублей. У нас в Тульской области пока что еще в пределах 30 рублей он держится. Но все равно он будет расти. И люди будут хотеть экономить на топливе. Если обычный автомобилист в год экономит от 10 до 100 тысяч рублей, просто используя продукт. Дальнобойщик в месяц от 20 до 120 тысяч рублей. Да поймите вы, наконец, это выгодно. По-любому найдутся люди, которые под этим видео напишут то, что бред, это все лохотрон. Ну, хорошо, удачи вам. Найдите себе что-нибудь по душе, где вы будете зарабатывать намного больше, чем в этом бизнесе сможете заработать. А те, кто поддержит меня и пройдут по ссылке, которая находится под видео, и посетят тест-драйв, вырвут час времени из своей жизни, они об этом не пожалеют. Связаться со мной вы всегда можете в скайпе, который указан под видео. И также я там выложу свой номер телефона. Я всегда на связи, звоните, я не говорю ни слова вранья. Пускай меня Бог накажет, если я сказал хоть слово неправды. И говорю только правду, потому что люди любят, когда говорят правду и когда говорят честно. Ну вот пока что все, что я вам хотел сказать. Увидимся в новых видео. Пока, друзья.